Семена дыни золотистая агро пользуются огромной популярностью благодаря вкусовым качествам плодов. Под тонкой кожицей скрывается белая мякоть, которая подходит для приготовления десертов, употребления в свежем виде. Этот сорт относится к среднеспелым, созревание длится 80 дней после появления ростков. Желтые округлые дыни набирают вес от 2,5 до 3 кг. Высаживая семена дыни золотистая агро, между растениями следует оставлять расстояние не менее 70 см. Это позволит слабоплетистым кустам правильно развиваться, не мешая друг другу. Дыня золотистая агро – это однолетнее растение. Дыня золотистая агро имеет среднеспелый срок созревания. Плоды дыни созревают в месяце июль-август. Форма у плода округлая, мякоть плотная. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.